Меня зовут Макхупаетана. Мою жену зовут Макс Пейн. Меня зовут Макхупаетана. Я сволочи садист. Мою маленькую дочь зовут Валькирия. Меня убили люди, но я был жив. Я убил мою жену и маленькую дочь. Меня обвинили в убийстве. Мне стало нечего терять. Я хотел найти водки. Я ушел в холодную зимнюю ночь на поиски водки первым. На моем пути встал квас Николау. Я оставил его истекать кровосом. И меня тянуло к водке вопреки всему. Потом, в ночном клубе говно, я встретил девочек по вызову. У нас была одна цель – любовь. А потом некий Альф раскрыл мне мой внутренний круг. Меня подставили, обвинили в убийстве. Потом, оказалось, что моя жена – Хорек. Альф и Хорек оба входили в тайное общество под названием «Ансамбли Столова и Кольца». Потом, я встретил Мому Саас. Ее тело скрыли от меня двери. Я зашел в кошку и получил саплату и кошку. Я шел, а заместитель моего начальника Джиш Бравувар шел за мной по пятам, по оставленным мною крошкам. Затем я заключил сделку с Владимиром Путиным. Он обещал мне, что избавит меня от суда, если я накручу дизайна Вальдона Му. Я спалился. Что у вас в головах? Я знал, что Путин лгал, он не сдержит слова. Я давно перестал слышать звуки выстрелов. В моих ушах звучал лишь моя Мишель. Моя семья мертва. Но я был жив. До конца пупа было еще далеко.